28 февраля в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялось открытие нейромаркетинговой научно-образовательной лаборатории «Нейро-ОАП». Руководитель инновационного проекта Наталья Каленская провела обзорную экскурсию по мастерским разработки цифровых технологий для ректора вуза Ленара Сафина, генерального директора компании «Нейротренд» Натальи Галкиной и гостей мероприятия. Модератор рассказала об оценке потребительского восприятия контента и презентовала исследования в рамках программы «Приоритет-2030». По словам руководителя проекта Натальи Каленской, ключевая задача лаборатории – изучить, как реклама воздействует на конечного потребителя посредством нейрофизиологии. Это новые темы для исследования. Более того, у нас есть научный кружок нейромаркетинга психологии продаж, и студенты сами приходят и говорят о своих задумках. Когда студенты попадают в нашу лабораторию, когда они видят наш кинозал, они сами вызываются с идеями, а можно это попробовать? Конечно, можно. Поэтому для студентов это поприще для реализации своих идей, креатива, творчества и других шалостей. После в зале заседаний ученого совета института состоялось обсуждение дальнейшего развития научных тем для поисковых научных исследований в сфере нейрофизиологии. Решение об открытии образовательной лаборатории принималось еще в сентябре 2021 года, однако разработка осуществилась только в этом году. Очень хорошо, что на сегодняшний день уже и студенты будут погружены сейчас в эту работу, тем более тут я вижу и докторанты будущие, и, возможно, так сказать, мы еще массу ребят привлечем к этой деятельности, поэтому это очень здорово. Поэтому мы будем помогать, безусловно. Отметим, что на сегодняшний момент «Нейролаб» является самой большой лабораторией в России, которая может предложить большой спектр нейроисследований не только в области маркетинга, но и рекламы, пиар, психологии и дизайна. Виктория Бояринцева, Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.